8 августа на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата России 3-го дивизиона между футбольным клубом «Хасыырт» и футбольным клубом «УОР Дагестан». Команды уже встречались в финале Кубка Дагестана, в котором футбольный клуб «Хасыырт» одержал победу с серии пенальти. Сегодняшняя игра также закончилась победой футбольного клуба «Хасыырт», но на этот раз обошлось без ничей. На 57-й минуте гол на свой счет записал нападающий футбольного клуба «Хасыырт» Магомед Гаджиев с передачей Гамзата Алданова. В ходе этой упорной борьбы за победу в матче был травмирован центральный полузащитник футбольного клуба «Хасыырт» Рашид Чехаудинов. Это уже четвертый победный матч футбольного клуба «Хасыырт». Надо отметить, что команда также не пропускала голов в этой победной серии. Нападающий футбольного клуба «Хасыырт» Магомед Гаджиев поделился своими эмоциями после победы и забитого гола. Мы с ним встречались, по-моему, этот в финале Кубки Дагестана. Очень крепкая команда. Это, по-моему, эта команда была очень крепкая. Вообще все ребята тоже знакомые, профессионалы своего дела, можно сказать, которые играют в разных лигах и в разных местах. Я, если честно, забить очень хотел, потому что односельчане приехали смотреть, поддержать нас. Этот, рад, что получилось забить и отличиться. А так, главное, конечно, нам эта победа нужна была. Мы уже два матча не можем против УОРа гол забить. Сегодня мы прервали это. Президент футбольного клуба «Хасыырт» Ильяс Магомедзагиров отметил, что матч выдался тяжелым. Это уже третий матч с футбольным клубом «УОР Дагестан». Тяжелый матч был этот. Уже у нас третья игра с ними. Два предыдущих матча ничего, нулевой ничей закончилось. В финале Кубка Дагестана тоже по пенальти выиграли. И первый тайм тоже вы сами видели. В каждом матче большое преимущество у нас, но никак забить не получилось. Но очень рад, особенно рад за болельщиков. Ведь мы играем для болельщиков, все это делается для зрителей, для болельщиков. Хочу поблагодарить администрацию города, который всячески нам помогает. Городел, городской отдел милиции, они обеспечивают безопасность нашей игры. Каждой игре участвует городская больница, скорая помощь. От всех футболистов и от руководства команды хочу их большое спасибо сказать. Им огромное спасибо. Если бы не они, вот этой красивой игры не было бы, этих побед тоже не было бы. Хочу их поздравить с этой победой и с этим турниром. Таблица находится на первом месте. Это благодаря них. Огромное спасибо этим болельщикам. Мы же играем для них. Юрий Магдиев, старший тренер УОР Дагестан по футболу, высказался как об игре своей команды, так и об игре команды соперника. Мы подали столько же стандартов, сколько и соперник, но соперник выжил максимум, а мы не выжили. Я рад, что зрители приходят, на нас столько зрителей не приходят, поэтому ХАС на первом месте, то есть, в принципе, есть хорошие шансы, чтобы дагестанская команда стала первой в третьей лиге. Это давно такого не было, поэтому... Мы приезжали к лидеру, поэтому мотивация не нужна была. Мы тоже хотели очки забрать отсюда. Ну, что сделаешь? Так сложилась игра. Мы обязательно приедем. Мы 11 числа мы здесь опять. Мы играем с Даймохом. Мы начинается у нас первенство Дагестана. Мы играем молодежкой и потом старшими. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».